جامع النور منار وله الذكر شعار وهو للعلم دثار لهدى الله استنار جامع النور معين. Аллах не спасал их Коран только для того, чтобы читали его, размышляли над его аятами и жили по нему. Он не спасал для того, чтобы воспитывать сердца, очищать души и основывать государства, чтобы вывести людей истины к свету, из заблуждения к прямому пути, из несчастья к счастью. Этот Коран не был не спасан для того, чтобы вешали его аяты, как украшение на грудь или на стены, не для того, чтобы читали его на могилах, не для того, чтобы украшали им дома. Он был неспослан, чтобы жили мы и делали дела в соответствии с ним. А это возможно только после размышления и понимания его аятов правильным пониманием, пониманием наших правильных предшественников. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. Книга, которую ниспослали мы тебе благословенно, чтобы размышляли люди над ее аятами и чтобы опомнились обладающие разумом. Например, Абу Ханифа или Малик, да? Их настоящую акиду. Надо посмотреть на их акиду. Настоящие их слова, а не то, что им приписывал. Итак, Аль-Барзанджи хотел выявить эти слова имама Шафии. Поставить их на показ. Почему? Чтобы пронзить ими груди приверженцев страстей стрелами и коренными зубами. И чтобы дать отпор наущениям быстро исчезающего, из числа людей и джинов, которые шепчут в груди верующих. И эта книга для того, чтобы вести войну против войска шайтана самым великим вооружением и ясными щитами и доспехом. بهدى الله استنار.